У микрофона Марина Орлова, за звукорежиссерским пультом Иван Сягин. Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях в программе «На звездной волне» художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра «Конкорд Оркестра» Фабио Пиролла. Здравствуйте, Фабио! Buonasera! Фабио, ваш симфонический оркестр называют уникальным. В чем же его уникальность? Ma la cosa assolutamente nuova di questa orchestra è che abbiamo musicisti selezionatissimi per uno spettacolo unico. Это впервые такое происходит, чтобы в оркестре играли особенные музыканты. E la cosa appunto nuova, la novità di questa orchestra è che tutti i musicisti suonano a memoria e tutti i musicisti partecipano con movimento, con coreografie allo spettacolo. Это впервые артисты оркестра играют, исполняют все наизусть и участвуют в движении, в хореографии на протяжении всего спектакля. E tutto questo proprio per sottolineare come la rock band può anche diventare una rock orchestra. И это приближает оркестр к року, к рок-бенду, и поэтому это оркестр уже рок-оркестр. Ваш оркестр называют танцующим оркестром. В некоторых источниках я читала эту информацию. Esatto, sì, sì, confermo, è vero, assolutamente. Согласен, действительно. Ed è proprio per questo motivo, perché lavoriamo con i musicisti, con i violinisti, con i violoncellisti, con i musicisti dell'orchestra in modo tale che possano esprimersi anche attraverso il movimento, un movimento coordinato insieme a tutti gli altri. Мы работаем с артистами, с виолончелистами, со скрипачами, которые способны двигаться параллельно, исполняя произведения. То есть это такая изюминка, она была продумана, она была так задумана. Sì, assolutamente, uno spettacolo non facile da preparare, uno spettacolo molto difficile. И действительно, этот концерт, он очень сложен для исполнения. Perché non è un semplice concerto dove i musicisti, come in un'orchestra, sono seduti e suonano. Потому что это не так просто исполнять. Обычно ведь артисты сидят и играют. Con lo spartito davanti agli occhi. Смотря в партитуру, смотря в ноты. Ma in questo caso tutti i musicisti devono suonare a memoria, per cui c'è necessità di una pratica individuale a casa e poi di una pratica tutti insieme durante le prove in orchestra. А здесь приходится играть всю наизусть, и, в общем, это потребовало много времени для подготовки. Напомню еще раз, что у нас сегодня в гостях художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра «Конкорд Оркестра» Фабио Пиролла. Фабио, давайте послушаем композицию в исполнении вашего симфонического оркестра. Grazie, assolutamente. Thank you.
Фабио, расскажите, пожалуйста, о своем репертуаре. Только ли рок вы исполняете или что-то, может быть, еще? Ma ovviamente arrivo dalla scuola, dal conservatorio, e quindi la formazione è la formazione tradizionale e classica. Естественно, когда я ходила в школу, в консерваторию, то я изучала классическую музыку. Quindi anche per me il rock è stata una sorpresa. И рок стал для меня неожиданностью, сюрпризом. Una sorpresa piacevole. Приятным сюрпризом. Perché questa è la seconda stagione che faccio con la Concord Orchestra e ogni volta mi piace sempre di più. Это вот второй сезон уже, второй год, когда я работаю с Concord Orchestra, и каждый раз мне нравится все больше. Perché è una occasione per sperimentare un modo di dirigere che ovviamente non è quello tipico, non è quello accademico. Потому что это возможность дирижировать иначе, не академически, по-новому. E quindi per me è molto interessante, perché è un'occasione per sperimentare. И для меня это очень интересно, потому что это возможность экспериментировать. Очень интересно. Скажите, пожалуйста, а вокалисты исполняют какие-то песни с вами? Non abbiamo cantanti in questo programma. В этой программе у нас нет певцов. Proprio perché l'idea, la concezione di questo spettacolo è dare la musica dei cantanti all'orchestra. Потому что идея, концепция этого, этого проекта, этой программы, передать симфоническим образом то, что исполняют певцы. Давайте сейчас зачитаем. У нас есть вопрос. Слушатель пишет нам в WhatsApp. Sí. Фабио, вы с детства решили стать дирижером? Если нет, то кем мечтали стать? Такой вопрос. Sì, queste domande sono sempre interessanti. Это всегда очень интересные вопросы. Perché quando si è piccoli si sogna tanto. Потому что когда маленькие, всегда очень много мечтают. E io ho deciso di studiare, quindi poi direttore d'orchestra, non da piccolo, ma più avanti. Я решил стать дирижером не когда был маленьким, а уже много позже. Quando ho iniziato a suonare, perché io sono anche violinista, ho suonato in orchestra, ho studiato conservatorio e dopodiché a un certo punto ho capito che potevo dare di più con la direzione d'orchestra. Я начинал как скрипач, учился в консерватории, но потом в конечном итоге я понял, что могу дать гораздо больше как дирижер. Quindi è stata una scelta, direi, molto consapevole. Это был очень осознанный выбор. Во сколько лет вы сделали этот осознанный выбор? Приняли это важное решение в вашей жизни? Più o meno verso i 25 anni. Ну, где-то в районе 25 лет. Ну да, действительно уже. Осознанный quindi, возраст, осознанный выбор. Perché penso che sia importante, soprattutto per un direttore d'orchestra, avere consapevolezza di quello che è la direzione d'orchestra. Потому что я думаю, что дирижер, он уже должен иметь некий опыт и знания, чтобы что-то передавать. Спасибо большое. Grazie. Мы продолжаем наше общение. И есть у нас еще одно сообщение в WhatsApp, Фабио. Оно достаточно, ну, может быть, если вам покажется личным, мы можем на него не отвечать. Фабио, с вашим плотным гастрольным графиком, есть ли у вас время на семью и родственников? Вот так. Rispondo. Отвечаю. Ovviamente la vita dell'artista è molto, è un po' diversa rispetto a una vita, per esempio, di chi lavora in ufficio. Ну, жизнь артиста, работа артиста, она, конечно, сильно отличается от работы в офисе. Quindi, per esempio, io riesco a vedere mia madre più o meno 2-3 volte all'anno. И поэтому у меня получается видеть мою маму 2-3 раза в году. Ecco.
Per cui ovviamente spesso sono in giro, ovviamente tanto in Russia, poi mi capita di viaggiare anche in Italia, in Europa, in America, in Cina. Потому что я много очень работаю, путешествую, нахожусь в турах и по России, и по Европе, по Италии. Per il momento non ho una famiglia. Поэтому вот на сегодняшний день у меня нет семьи. Però ovviamente ci penso. Но я об этом думаю. Спасибо большое, Фабио, что ответили на этот вопрос. Фабио, скажите, пожалуйста, вы анализировали аудиторию ваших слушателей? Кто приходит на ваши концерты? Ovviamente sì, ho guardato con attenzione chi sono le persone che vengono ai nostri concerti. Естественно, я очень внимательно смотрю, кто приходит, кто эти люди, которые приходят на наши концерты. Devo dire che la più grande sorpresa è quella di vedere spesso, direi quasi regolarmente, bambini e bambine. И это удивительно, что и большой сюрприз, что очень часто я вижу, что много детей приходят на концерты. Che poi vengono, esatto, che poi vengono anche a chiedere l'autografo e a fare una foto insieme. Которые еще потом приходят и спрашивают автографы и фотографируются вместе со мной. Un'altra cosa che mi capita di vedere persone anche di una certa età, quindi 60, forse anche 70 anni, quindi persone anziane capita di vedere. Также удивительно то, что я часто вижу пожилых людей, которым за 60 и даже за 70 лет. In un concerto, adesso non ricordo in quale città, mi è capitato di vedere una sala dove forse il 40% o 50% del pubblico erano tutti militari. И в одном городе, я не помню в каком, но это было удивительно, я увидел где-то 40 или 50 группу людей, 40 или 50 человек военных. Erano tutti in divisa. Они все были в форме. Как интересно. Poi in un'altra situazione ovviamente capita di vedere tante ragazze, tante belle ragazze dai... Penso dai 15 ai 35-40 anni, la maggior parte forse. И также удивительно, что вот на каких-то концертах я видел большое количество девушек, где-то 14-15-летних. E invece con le ragazze sposate è interessante vedere quando vengono per l'autografo come i mariti mi guardano con attenzione. И забавно то, что очень часто подходят девушки замужние спрашивать автограф, и их мужья пристально смотрят, внимательно отслеживают эту ситуацию. Ma io devo guardare l'obiettivo. Но я должен смотреть в объектив. Интересно, вот все-таки это поклонники рока или классической музыки? Как вы считаете? Ma io dico che sono è un pubblico che ama la musica. Я думаю, что это просто люди, которые любят музыку. Хорошую и качественную музыку. Фабио, спасибо вам огромное, что вы пришли в нашу студию. Время, к сожалению, у нас уже закончилось. С вами было очень интересно. Творческих вам успехов, вдохновения, ну и, конечно же, хороших выступлений, хороших концертов. Grazie. Напомню, что сегодня у нас в гостях был художественный руководитель, главный дирижер симфонического оркестра Concord Orchestra Фабио Пиролло. Спасибо вам за эту беседу. Пожалуйста. И с вами была я, Марина Орлова. Я с вами прощаюсь. До встречи. Thank you.